10 сентября ты отбоксировал в ивент-холле с Бабаджоновым, и судьи отдали победу тебе, но компания промоутерская «Цезарь Промоушен» были не согласны с решением судей, они подали апелляцию. В течение 2 недель была жалоба рассмотрена, но все-таки победу отдали тебе, как и изначально. Это как-то психологически на тебя или морально давит? Да вообще не давит никак. Ну, неприятно, конечно, что компания «Боевые перчатки Москва» подали этот протест. Неприятно. Потому что мое преимущество оно было. И зачем они это сделали? Видимо, какие у них были свои соображения по этому поводу. И был шанс зацепиться. Мой бой был выставлен на общее голосование. И даже по общему голосованию процент моей победы больше отдавали предпочтение мне. Так что никак я не переживаю и думал, неприятно, конечно, все это. Как было, так и есть. Этого не поменяешь. Но морально я себя чувствую нормально, и никак это не повлияло на подготовку к моему сопернику с Русланом Семеновым. Твой соперник Руслан Семенов, у него такое интересное, такое прозвище, да, бойцовское — Тайсон. Это из-за чего? Из-за того, что он нокаутирует очень много людей? Я не знаю, почему дают такие прозвища. Ну, наверное, то, что он невысокого роста, а, как насколько мне известно, он выступал в тяжелом весе. Это вот недавно он согнал вес в средний. А до этого он спал в тяжелом весе, 91 килограмм. Наверное, из-за этого и вот такое прозвище. Тайсон, то, что маленький. Видимо, так. Смотрел его бои? Видел, да, его бои. Видел. Ну, готов на победу, настраивался. Так что. Ну вот смотри, да, этот бой будет 5 ноября в Липецке на шоу «Большой вечер профессионального бокса». Ты вообще как, планируешь нокаутом завершить или все-таки дождаться, да, там, решения судей, отбоксировать все раунды? Нет, у меня в планах такого нет, что нокаут. И хочу просто подготовиться хорошо к этому бою. Выступаю в 73 килограмма, то есть никакой гонки веса не будет. Угу. До этого были мои вот эти два боя, я очень по много делал вес, по 6, по 8 килограмм гонял. И это очень сказывалось на моем самочувствии в боях. То есть на силу удара, конечно, да? На общую физическую подготовку, то есть на физуху, на удар, да вообще, когда вес сгонишь сильно, некоторые вообще не могут боксировать. Тяжело. Ну, то есть можно сказать, что сейчас ты вес не гоняешь, нам, скорее всего, можно ждать даже нокаут. Можно, так как, наверное, можно, потому что я думаю, лучше буду выглядеть в боях, чем в последних боях, потому что все-таки на сгонку веса я делаю сильные акценты, тренировки сейчас немножко другие, и думаю, нормально все будет. А сколько раундов будет бой? Ну, как мне известно, 8-раундовый бой. Ну, довольно длинный, тяжелый, то есть, Да. Готов физически? Да, конечно. Как я могу расстроить публику и быть не готов? Конечно, готов. Ну что же, мы пожелаем тебе удачи 5 ноября. Выходи, показывай красивый бокс и радуй зрителей. Спасибо.